Так, еще раз нарезаем, показываю видео до посева и обработки, скажем так, 2 в 1 или даже 3 в 1 выравнивание, подрезание, культивация и посев. И после. Вот такая у нас тут расположена разнообразие такое. Такой сорняк, поле мягкое, здесь давно не пашется. Здесь минимальная обработка почвы, значит, вот здесь обработали, сделали неровности, поэтому, а вот так вот оно прошло, вот, вот где был произведен посев, выглядит вот так вот, вот, поэтому разница, да, вот, вот и вот. Как оно все выглядит. Поэтому я считаю, сеялка справляется со своей задачей. И сеет, и выравнивает. Вот она. Можем ее видеть. Вот так вот здесь уже прошло 2 дня. После того, как посеяли. Койди отходит, березка. Вот. Но основную массу, скажем так, 95% оно убирает. Своей задачей справилась. Отлично. Я просто, скажем так, в восторге от этой разницы. Вот и вот.